Скибиди Тойлет, 68-й эпизод, полноценный, без часть 1, часть 2. Погнали. Да. Продолжается война. Нахуй. Хо-хо-хо-хо. То есть эту фигнюшку, которая у женщины ТВ-менши, которая у нее башка присоединяется к какому-нибудь скибидышнику, перенесли на ТВ-титана. Отлично. Нахуй. Еще и тело отдельно работает. Молодцом. Опа, паразит. Ха! Защита от паразитов. Отлично. Но, конечно, плохо, что в прошлом эпизоде ученый-скибидишник свалил все-таки. Теперь он вернется через какое-то время и более подготовленным. Ой-ой. Отдельный частичный перенос, телепортация руки с клинком, однако это технологии продвинулись, конечно. Вау, хорош, хорош, отлично. Помощь не нужна, да? Сами справляются прекрасно. В наступлении. Жумен. Опачки. Ого, это что, конвейер скибидишников? То есть они создаются искусственно? Они одинаковые вот эти? А, и конвейер вооружения. Да ладно, Уолтер и Пинкман. Хорошая отсылочка. Согласен. Команда наша спаслась. Ну блин, пиздец, досталось камерамену.
пал героем. Это весь эпизод, блин. Хочется больше, больше. Будем ждать. В общем, да. Отлично, отлично. Команда продолжает поход по штаб-квартире скибидышников. Надеемся, что наши справятся с задачей и со скибидышниками будет покончено. Хорошо, ладно, у меня есть Бусти, я веду реакционные стримы, все ссылки в описании, до скорой встречи, всем пока.